В Росавиацию направлены заявки на 3 рейса из Тобольского аэропорта в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Об этом нашим коллегам, журналистам телеканала «Тюменское время» сообщил глава региона Александр Моор в эфире программы «Главный разговор» в день рождения области. Губернатор отметил, что выбранные города позволят сформировать большой туристический поток из густонаселенных регионов. А что касается авианаправления Тюмень-Тобольск, то вопрос будет на рассмотрении. Будем смотреть за развитием ситуации. Сегодня от Тюмени до Тобольска можно добраться и ЖД поездом, и автомобильной дорогой. Безусловно, когда оператор аэропорта даст нам сигнал, что такой рейс нужен, здесь, в принципе, лететь совсем немножко, может быть, даже больше времени. Больше тратить времени на все досмотровые процедуры. Если необходимость появится, конечно, будем. Но в любом случае мы будем развивать маршрутную сеть для того, чтобы сделать Тобольск более доступным для жителей большого количества регионов Российской Федерации. Напомню, что первые регулярные рейсы из Тобольского аэропорта стартуют уже этой осенью.